Мой афганец сосед, весь испаханный, ручейками морщин крест на крест. Он тельняшку носил под рубахою и не тряс орденами в окрест. Он все больше молчал, но как с полохом, иногда рвал тугую струну. И сидел я, не нюхавший пороха, и смотрел на него, не моргнув. И сидел я, не нюхавший пороха, и смотрел на него, не моргнув. Он мне пел с хрипотцой осуждающий про Шиндант, про Кабул и Герат, про залегших под землю товарищей и про долю, которой не рад. И в квартирке, где вялые ландыши, где всегда не хватало тепла, мы с ним брали по 100 за помин души и за тех, кого смерть не взяла. Мы с ним брали по 100 за помин души и за тех, кого смерть не взяла. Да и вовсе уже не пропитый он, впредь уже не озлоблен и тих, но как в книге нечутко прочитанной, в нем есть сила осколков взрывных. И мелькает он незаживающий, как бельмо на глазах у страны, строй всецелый, неровно шагающий ветеранов ненужной войны. Строй всецелый, неровно шагающий ветеранов ненужной войны. Он как будто свершил невозможное, возвратившись однажды домой. Он и шрамы воспринял как должное, ну, мужик и мужик, не герой. И когда захмелел я немеренно, вдруг спросил, так за что воевал? Взгляд потупил он свой, чуть растерянный, и застыли у горла слова. Взгляд потупил он свой, чуть растерянный, и застыли у горла слова.